Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму черную смородину без варки. Процесс очень простой, но нужно учесть некоторые нюансы, чтобы такое варенье не забродило. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. 1 кг смородины хорошо промываем, расстилаем на полотенце в один слой и даем полностью высохнуть. Сухие ягоды высыпаем в сухую глубокую миску и превращаем их в пюре с помощью погружного блендера. Можно пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Затем в полученную массу добавляем в несколько приемов 1,2 кг сахара. Хорошо размешиваем, чтобы сахар растворился максимально. Закрываем миску крышкой или полотенцем и оставляем на ночь в не очень теплом помещении. В первые 1,5-2 часа массу нужно перемешать несколько раз, чтобы весь сахар растворился до последнего кристаллика. Это очень важно. На утро наша перетертая смородина практически превратилась в желе. Размешиваем ее еще раз. Разливаем по сухим холодным стерильным банкам. И закрываем капроновыми крышками. Как стерилизовать банки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Из указанного количества продуктов получается 3 пол-литровые баночки, плюс немного на пробу. Хранить протертую с сахаром смородину нужно в холодильнике. Зимой к чаю то, что надо. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.